Жить дружно с соседями дома номер 20 по улице 1 Сибирской ивановцам не удается. Разногласия возникли несколько месяцев назад, когда началось возведение деревянного строения, внешне похожего на большой сарай. Местные жители предполагают, что хозяин дома строит здесь барак для приезжих из бывших союзных республик. Иностранцы в этом доме частые гости. Деревянное строение возведено с нарушением противопожарных и строительных норм. Обращение в городскую администрацию никакого результата не принесло. Жителям рекомендовали подать в суд, если они считают, что их права и законные интересы ущемляют. Переговоры с хозяином дома также ни к чему не привели. Он здесь действует не как физическое лицо и не как житель данного дома, а там вполне юридическая, я так понял, контора, которая занимается как бы привозом и увозом гастарбайтеров через Украину. Вот. То есть они должны как-то были узнать, чем он здесь занимается, и как-то повлиять на дальнейшие постройки. И все-таки как бы предупредить, чтобы надо все-таки, мы живем как бы в общежитии, и надо как-то считаться с мнением соседей. Но, к сожалению, этого не было сделано.